Здравствуйте. Предупреждаю, что я не даю разрешения на размещение этой записи в сети интернет. Хорошо. А вы можете сослаться на норму права, в соответствии с которой вы запрещаете это? Я слушаю. Сергей Андреевич, можете сослаться на норму права, в соответствии с которой запрещаете размещение? Закон о защите персональных данных вас устраивает? Так, Анна, подождите, не спешите, давайте я сначала все подключу. Хорошо. Мне вот эта вот фраза устраивает, как не очень. Скажем так, коробит немножко. Подключайте. Я вас слушаю, Мария. Так, еще раз продублировать по поводу нормы права? Да, давайте продублируем. Скажите, пожалуйста. Я дублирую, я вам все уже сказал. Я внимательно вас слушаю. Сергей Андреевич, вы проводите личный прием граждан сейчас. Вы сказали о том, что запрещаете без вашего согласия размещать видеозапись данного приема в средствах массовой информации. Сошлитесь, пожалуйста, на норматив, в соответствии с которым вы запрещаете это делать. Я обязательно этот норматив вам в ответе по личному приему вам обязательно укажу. Вы не знаете? Затрудняетесь ответить? Нет, не затрудняюсь. Ответьте, пожалуйста. Вы же запрет нам дали. Я вам обязательно отвечу, когда буду отвечать письменно на ваше обращение. Для того, чтобы не ошибиться в своих ответах. Я правильно понимаю, что вы не уверены в своем запрете? Я уверен в своем запрете. В обязательном порядке я вам его укажу. Но боитесь ошибиться? Не боюсь. Так сошлитесь на норматив. Я всем ответы я вам все уже дал. Я слушаю вас внимательно. Вы можете нам дать устный ответ? Письменный мы получим, это понятно. Но у нас достаточно, согласно приказу МВД номер 707, получить устный ваш ответ. Я обязательно дам вам этот ответ. Но вы можете сейчас его дать? Я услышал вашу проблему, с которой вы обратились. Хорошо, давайте тогда, Анна, начнем с нашей проблемы, а потом как бы уже я добавлю свои какие-то моменты. Смотрите, при записи на личный прием я озвучила материал отказа 46.10. Вы ознакомились с материалом? Вам дали такую возможность? Вы понимаете, о чем мы будем с вами беседовать? Давайте сначала озвучите то, о чем мы с вами будем говорить. Угу. Читаю, да? Да. Хорошо, давайте. В рамках вашей проверки мы сообщаем вам о наглом бездействии и создании волокиты конкретными сотрудниками УМВД по Мурманской области и в том числе по городу. Отсутствие контроля за преступностью в городе, покрывательство мошеннической деятельности, в том числе работы мастерской по ремонту бытовой техники, расположенной по адресу город Мурманск, улица Егорова, дом 13, и находящихся в сговоре с псевдомастерами-самоучками. 22 сентября 2023 года, 4 месяца назад, мною подано заявление в отдел полиции номер 3 города Мурманска о совершении мошеннических действий Галимовым Сергеем Сергеевичем и Недосейкиным Ильей Владиславовичем в моем отношении. Вышеупомянутые псевдомастера под предлогом оказания услуг по ремонту бытовой техники мошенническим образом изъяли и похитили плату от моего холодильника Samsung, за что вымогали сумму за ремонт, который я у них выполнять не просила. Беседы, диалоги с виновными записаны и размещены на YouTube-канале, в общем доступе и доступны для скачивания бесплатно. Отмечу тот факт, что подобный ремонт носит массовый характер и в нашем городе. Работоспособность платы на сегодняшний день не определена. 19 января участковым вынесен третий отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159. За 4 месяца на сегодняшний день совместно с представителем моим было посещено 9 личных приемов граждан представителями УВД, на которых, фамилии можете записывать,
Бухаров Дмитрий Павлович, Панфилова Вера Михайловна, Ивкин Сергей Викторович и начальник полиции Чухарев Николай Валерьевич неоднократно отказали в ознакомлении с материалами дела в полном объеме, ограничивая ознакомление с персональными данными виновных лиц, ссылаясь на 152 федеральный закон о защите персональных данных. Конкретно последнее, Николай Валерьевич, превышая должностные полномочия. Первое. В нарушение установленных правил личного приема запретил нахождение в его личном рабочем кабинете с телефоном, запретил вести видеофиксацию и аудиозапись на личном приеме граждан, отказался подписывать протокол беседы, отказал в ознакомлении с персональными данными виновных. Второе. Препятствовал моему представителю оказывать помощь и присутствовать на личном приеме граждан, выставляя незаконные требования, а именно наличие письменной доверенности у представителя в присутствии доверителя, то есть меня, без ссылки на норму права. В связи с чем мы были вынуждены обжаловать незаконные действия начальника у вышестоящего руководства. На прием нам удалось попасть только после личного звонка о понуждении представителем из числа руководства Заручинским Алексеем Анатольевичем. Для сокрытия преступления сотрудниками УП номер 3 по статье 140 Уголовного кодекса «Неправомерный отказ должностного лица в представлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы граждан, был сфабрикован некий КОСП 29-119, при ознакомлении с которым мы точно так же разместили информацию на YouTube-канале. Секунду, а можно вот это поподробнее по поводу сфабрикованного КОСПа? Что это такое? Давайте я, может быть, я поясню, да, с юридической точки зрения. Значит, у нас 11 октября было подано официальное заявление об ознакомлении с материалами доследственной проверки. То есть после того, как вынесено было постановление об отказе возбуждения уголовного дела, мы, соответственно, подали такое заявление. В течение 30 суток нам должен был быть дан какой-то письменный ответ, отказ, либо ознакомить и так далее. То есть в любом случае на письменное обращение гражданина должен быть письменный ответ, который можно обжаловать в суде и так далее, там, прокуратуру и тому подобное. На сегодняшний момент я это вам хочу заявить о том, что нету ответа. Прошло 4 месяца. Все вот эти приемы, которые мы ввели с Чухаревым, это начальником отдела полиции номер 3, один из вопросов, который был, когда мы получим ответ? Когда мы получим ответ? Мы ему и разъяснение прокуратуры давали, и ссылки на Конституционный суд, Верховный суд по поводу вот этого ФЗ 152 персональных данных, что на данные правоотношения он не распространяется, потому что это УПК, это, другие правоотношения. И с учетом того, что выносили постановление об отказе возбуждения уголовного дела, ссылаясь на то, что есть якобы какие-то гражданские правовые отношения, идите в суд, мы говорим так, мы не можем обратиться в суд, мы не знаем данные ответчиков, то есть, паспортные данные, место жительства, чтобы определить территориальную подсудность, чтобы определить, чтобы заполнить исковое заявление согласно статье 131, 132 Гражданского процессуального кодекса. Так вот, вместо того, чтобы нам не ответить на это обращение от 11 октября, на одном из приемов, где мы очередной раз обращали на этот момент у Панфиловой, появился якобы какой-то рапорт, на основании которого рапорта и появился этот КУСП. И дальше якобы появился ответ на этот КУСП, который якобы нам направлялся, но в итоге он нам только, по-моему, в декабре был направлен по электронной почте. Не подписаны, ни регистрации, ничего не имеет. И то есть везде, во всех вещах нам говорили, что мы вам дали ответ, вы нам дали ответ. Ну, они говорили, что они нам дали ответ. Якобы вводили нас в заблуждение, что ответ был, ссылаясь, что вроде как ответ был, соответственно, мы ничего не нарушили. Но еще раз повторяюсь, на сегодняшний момент ответа нету никакого по поводу нашего обращения от 11 октября. Потому что вот это все по поводу, что был ответ, он был на тот КУС, который они сами себе выдумали, сами себе на него там какие-то действия провели, якобы нам что-то ответили. На последнем нашем личном приеме с Чухаревым, он наконец-то признал тот факт, что не было ответа на то обращение, а вот этот ответ, который мы в декабре по электронной почте получили, не подписанный, не имеющий регистрационный номер, исходящий, да, тут это все, якобы он был дан на тот КУСП, который был по рапорту. То есть вот это вот идет постоянная попытка ввести самих себя в заблуждение, либо нас ввести в заблуждение. Мне непонятно. Есть четкие действия, есть обращение, должен быть ответ. Есть обращение, должен быть ответ.
Владимир Владимирович, поясните, что за рапорт и что в этом рапорте было, и что там закусило? Значит, рапорт заключался в следующем, что мы когда пришли на прием в дежурную часть и попросили вызвать руководство, с кем можно переговорить по факту того, что прокуратура вынесла предписание, в котором указало, что нас нужно ознакомить с материалами доследственной проверки. То есть прокуратура дважды выносила вот это предписание, что нас нужно ознакомить. Ну, сотрудники полиции, отдела полиции номер 3, видимо, ну, не ставят ни во что сотрудников прокуратуры, потому что они просто игнорируют даже указания прокуратуры, предписания. То есть, так они нас и не ознакомили, но, опять же, на видео зафиксировано, на, по-моему, тоже на последнем приеме, не, на предпоследнем приеме у Чухарева, я могу там, если что, ошибиться в его фамилии, я не так его называю, он преподнес это как с барского плеча. Он говорит, хорошо, я вот, как говорится, вам закон не позволяет, ФЗ 152, но я вам даю такое согласие, нате, фоткайте, потому что якобы у меня есть письменные согласия всех тех лиц, которых опрашивали. Мы, соответственно, просим, покажите это письменное согласие, потому что это письменное согласие на, сказать, ознакомление с персональными данными должны дать именно владелец этих персональных данных и именно тому, кому он как бы разрешает пользоваться. Ну, понятно, что это, извиняюсь за выражение, бред, потому что в рамках УПК, доследственной проверки, Верховный суд, Кассационный суд сказали, что как бы здесь нет никаких ограничений, быть не может. То есть это все мы уже разъяснили, и разъяснение прокуратуры с сайта скачали, распечатали, принесли. Но все равно ни в какую не хочет признавать свою ошибку. Ну, вот этот момент, как бы я вот обращаю внимание. Да, он там много раз перед нами об этом извинялся. Так вас ознакомили с материалом или нет? На данный момент мы ознакомлены частично. Но когда он нас ознакомливал, он просто имел у себя в руках папочку, видимо, старой проверки. Почему? Потому что в этот момент шла проверка по второму отказу возбуждения уголовного дела, то есть оно потом отменялось. Вот вчера было вынесено третье постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Соответственно, мы его будем обжаловать, я предполагаю, его отменят. То есть вот эта карусель будет продолжаться очень долго. То есть, ну, вы понимаете, да, что такое карусель? Это когда выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела, потом оно отменяется, проводится фиктивная проверка, потом опять оно выносится постановление, потом отменяется, и так может годами длиться. Это называется карусель. Верховный суд на эту тему уже тоже высказывался. Возможно, здесь есть упущение с точки зрения законодательства. Но суды однозначно трактуют вот эту карусель как бездействие, как волокиты и тому подобное. Поэтому уже сам факт, что трижды выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела, и никто не привлечен к ответственности, говорит о том, что высшие чины, вплоть до того, что начальник УМВД по Мурманской области, ну, выражусь, крышует данную структуру, а именно вот этих мастеров, которые занимаются, на мой взгляд, мошенничеством. Я не говорю, что все занимаются мошенничеством, не говорю, что постоянно занимаются мошенничеством, но я могу описать ту схему, как они занимаются этим мошенничеством. То есть они обманывают людей. Вот только благодаря тем, что я придал этому, скажем так, событию резонанс, вот вчера под последним моим видеороликом на то, как женщину там обманули, она мне написала в комментарии, мне вернули деньги там за то-то-то. То есть люди увидели вот этот видеоролик, где я так там и написал, Сережа, верни деньги пенсионерам. Сережа посмотрел этот видеоролик, подумал, не надо ему история как с Галимовым, это вот тот, который обманул мою доверительницу Анну Анатольевну, и решил деньги вернуть. Точно так же был другой ролик опубликован, там какая-то Татьяна обманула, тоже быстренько пришла, там поплакалась, какие-то деньги частично вернула, все, замяли. Потому что люди не хотят обращаться в суды, тем более в полицию, где получить какую-то помощь просто невозможно. Вот это максимум карусель, что они могут получить, и трату своих нервов и усилий. Владимир Владимирович, я в обязательном порядке обращение вашей доверительницы поручу к проверке сотрудникам центрального аппарата. В моей комиссии есть представители и управления организацией дознания, чьи компетенции рассмотрения этих материалов. Мы в обязательном порядке посмотрим, насколько полно проведены мероприятия по материалам в установленные или сроки,
И в обязательном порядке в случае каких-либо нарушений назначим служебную проверку, и виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. И в свою очередь хочу сказать, что по окончании проверки вам будет подготовлен письменный ответ. Угу. Сергей Андреевич, у нас очень много документов. Я так понимаю, Анна, вы даже готовы их передать. Либо мы можем дополнительно их как-то донести, потому что вот Анна, ну, могу ее похвалить, очень такой дотошный человек, ведет реестры, то есть у нее все записано, скажем так, все ходы записаны, все-все, сколько были на личных приемах, какая переписка, какие ответы. То есть вот в этом плане прям вот готовы уже дело. Хочу обратить внимание на то, что мы неоднократно заявляли ли ходатайство, какие нужно мероприятия провести, в том числе и прокуратура конкретно указывала, какие мероприятия нужно провести, но отдел полиции просто игнорирует. Я вам просто приведу наглядный пример. Вот 19 числа нам пришло постановление об отказе возбуждения уголовного дела, то есть вчера. Угу. Так сопроводительное письмо от 18 числа, угу, а постановление от 19 числа. Вы понимаете, что как они себя ведут, то есть они уже сопроводительное письмо подготовили еще когда не было постановления об отказе, первый момент. Потом сам факт, что будет отказ, нам был известен еще гораздо раньше. То есть тот участковый, который этим делом занимается, который должен выполнить определенный ряд мероприятий, угу, как по нашему ходатайству, мы разговаривали в отделе в МВД по городу Мурманску, вот, который, да, с Кизимой, который пообещал нам взять на личный контроль. На личный контроль, мы там большое-большое ходатайство написали, что вот допросить того-то, там экспертизу холодильника. Мы на сегодняшний момент даже не знаем, ну я сейчас немножко в суть вдаюсь, мы даже не знаем ту плату, которая находится у сотрудников полиции, она вообще от нашего холодильника, она вообще исправна или нет? И как мы можем обращаться в порядке гражданского судопроизводства, если ну, в суде Галимов скажет, что у меня нету этой оплаты, она вот в отделе полиции, чего вы от меня хотите? Вообще непонятно, на каком основании сотрудники полиции изъяли у него плату, за которую он отвечает. Над этой платой, ну я выражусь, надругались, потому что там какие-то работы производились, якобы производились, там что-то якобы паялось и тому подобное. То есть я делаю вывод, что этот человек распоряжался чужим имуществом, не имея никаких договорных отношений, потому что все вот эти слова о том, что у вас заключен какой-то гражданский правовой договор, они голословные, они ничем не подтверждаются. Это все равно, что отобрать у бабушки сумку и сказать, что у бабушки со мной договорны какие-то отношения на то, что я у нее отобрал сумку. Вот до такого доходит. У меня тогда вопрос, Анна Анатольевна, каким образом он вообще, в принципе, к холодильнику попал? Ему некий колл-центр продал мои персональные данные, он мне перезвонил и сказал, что он мастер по ремонту. Колл-центр. Колл-центр, который находится на Егорова, 13. Давайте я поясню, я просто немножко больше знаю. Смотрите, я записан на 1 февраля в налоговую для того, чтобы разобраться с вообще деятельностью этого Галимова, который заявляет себя как самозанятый. Ну, естественно, я усмотрел в его действиях, даже если рассматривать с гражданской правовой позиции, незаконный, потому что он не имеет права быть самозанятым, поскольку лично не выполняет работы по ремонту бытовой техники, первый момент. Второй момент, лично к нему никто не обращается за заключением какого-либо договора, то есть он выполняет так называемые посреднические услуги. То есть агентские услуги по принципу комиссии, то есть он, ну, в данном случае не про моего доверителя, приходит к кому-то и заключает договор от своего имени. Естественно, там недостоверная информация, он указывает левый адрес, это мы уже знаем все. То есть он обманывает людей. То есть он заключает какую-то фиктивную бумажку, по которой он изначально не будет никогда нести никакую ответственность. Он деньги получает без фиксации, как-то без чеков, без ничего. Он указывает недостоверный адрес, он не оформляет акт выполненных работ. То есть ничего, то есть все на словах. Суть его мошенничества заключается в том, что он неожиданно приходит к людям, ну, это может быть очень позднее вечернее время, вот к Анне пришли в 10 часов вечера, вот, приходит и говорит, вот я мастер, вот вы там туда-то обращались, как бы, вот, типа, принимайте меня, показывайте, что у вас неисправно. Человек, естественно, растерян, открывает дверь, человек заходит, и он там, ну, как правило, они узнают, что делать, потому что их обучают, то есть вот этот, назовем его колл-центр на Егорова, 13, набирают вот этих вот работников, которые способны, так сказать, вежливо себя вести,
с потенциальными жертвами, лапшу им на уши вешать, для того, чтобы изъять какое-то ценное имущество, ну, ценную деталь, без которого холодильник там или бытовая техника просто работать не может, и пропасть на какое-то время. И потом требовать деньги за якобы какой-то ремонт. Хотя эта деталь может быть исправна и тому подобное. То есть человек изначально, когда приходит, он не собирается ничего ремонтировать. И, как правило, там иногда даже все исправно. Там нужно где-то что-то перезагрузить, вытащить из сети, там, если холодильник разморозить, там бывают всякие моменты. То есть, но они-то это знают в том плане, что ремонтировать ничего не планируют. Их задача посадить человека на то, чтобы он бегал за ними и просил, как минимум, верните мою деталь, верните в исходное состояние. Но при этом они говорят, бабки платите. А если нет, то ради бога, у них есть свой чат, где они там на торги, вот у меня есть такая запчасть. Кому нужна такая запчасть, понимаете? Потому что большинство людей никуда не обращаются. А если обращаются, они получают отказные материалы. Очень много пострадавших по этой схеме. И не только Галимов. Очень много вот этих вот недомастеров, я их так называю, которые занимаются этим мошенничеством. Они просто создают видимость выполнения каких-то работ, которые не выполняют, и которые потом, за которые получают деньги. Причем они якобы ремонтируют, сами там что-то ломают, и в итоге люди остаются и без денег, и без исправной техники. Потом выбрасывают этот холодильник, там, стиральную машину и покупают новое, понимаете? Но при этом заплатили такие сумасшедшие деньги, что им проще было просто купить сразу же изначально новую бытовую технику. Анна Анатольевна, я так и не понял, как он попал к вашему холодильнику? Все, объясняю, да. Я, наверное, упустил момент. Анна Анатольевна по объявлению позвонила, номер там стационарный, о том, что вот у меня там сломалось то-то. Так. Все, сказали, к вам придет мастер. Угу. Все, пришел мастер. Так. Вот так. И без всякого оформления документов он у вас изъял план? Да. С вашего согласия? Да, причем получилось как, в 10 часов вечера пришел, они вдвоем пришли? Да. Пришел Галимов и Недосекин. Угу. Вот. Они там посмотрели, сказали, что разморозить холодильник, и ушли. Все. И днем, во сколько примерно часов? В 15. В 15 часов пришел другой человек. Ну, в смысле, не другой человек, Недосекин, которому, в принципе, не заявлялся как там мастер, как просто помощник. Он просто пришел, когда Анна отвлеклась немножко там с детьми, там все такое, он просто снял эту плату. Когда Анна обнаружила, зачем вы сняли эту плату, он, проехал по ушам о том, что, как говорится, мы должны ее продиагностировать, что это вне причина, не вне причина. Ну, хорошо, и пропал, все. И дальше уже начались вот эти звонки, попытка найти этого человека и тому подобное. Соответственно, потом мы вынуждены были обратиться в полицию, они начали врать о том, что мы эту плату сдали там на Шмидта 17, сервисный центр, мы приходим туда с видеозаписью, под видеозаписью, он говорит, да у нас, он не приносил этого ничего, потому что я вообще этого не ремонтирую. То есть идет вранье на вранье, мы это сотрудникам полиции показываем, говорим, ну как это так, причем здесь объяснение человека, который даст любые объяснения, чтобы избежать уголовной ответственности. Более того, объяснение – это не доказательство. Мы прекрасно знаем, что в рамках УПК должны браться показания. Объяснение, даже суд не имеет права вообще на них ссылаться. Это полученные незаконным способом доказательства. То есть 74-я статья УПК, говорящая об этом. Я говорю о том, что наши сотрудники полиции, доблестные, трактуют статью 140 УПК таким образом, что они могут просто вечно отказывать возбуждение уголовного дела, потому что мы не собрали доказательства. То есть мы не провели расследование, мы вообще ничего не сделали. Я просто поясняю, как себя ведет Николай Валерьевич Чухарев. Он прямо так и говорит. Он говорит, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие доказательств. Если мы пришли с заявлением о возбуждении уголовного дела, но не предоставляем доказательства, то оснований для возбуждения уголовного дела нету. А я ему объясняю, говорю, откройте УПК и почитайте, что такое повод и что такое основание. Так вот, основание – это достаточные сведения, дающие основания полагать, что имело место преступление. То есть сведения, которые в заявлении написаны. Все, что мы им подавали и в сведениях, и в доказательствах, и как угодно, этого более чем достаточно. Но он от нас ждет какие-то доказательства. Мы говорим, да у нас даже видео есть, все, у нас даже никто ничего не запрашивает. Им это не надо. У них есть, видимо, уже конкретное решение не давать
ну, скажем так, положительный результат по нашему заявлению, не возбуждать уголовного дела. Отсюда у меня устойчивое убеждение, что этот бизнес в городе Мурманске, возможно, и области, крышуется. Я, может быть, ну, достаточно жестко выражаюсь, но я буквально недавно выложил у себя в ролике аналогичную ситуацию в другом регионе. Да, там возбудили уголовное дело, там даже договора были. То есть точно такая же схема, единственное, там человек приходил, заключал договор, брал, скажем так, деньги и якобы неисправную деталь, потом возвращал эту неисправную деталь, ну, короче, ничего не делалось, но деньги были взяты. То есть вот там возбудили против двух человек уголовное дело, значит, одного в СИЗО посадили, другой по подписке о невыезде, идет расследование. Более 200 эпизодов. Я думаю, что у нас в городе Мурманске тоже, ну, далеко не 10 даже эпизодов. Уже 10 известных. Это только нам известных. Это те, которые лично нам позвонили и сказали, что нам тоже нужна помощь, мы к вам присоединяемся. Mm-hmm. И об этом тоже было сказано сотрудникам полиции. И Кизима Виктор Валерьевич сам лично указал, чтобы мы в своем ходатайстве написали, чтобы запросила полиция похожие ситуации. Это замначальника УМВД по городу Мурманску. Это мы к нему ездили на героев Рыбачьего. Какой там? Североморцев 60. Да, героев Североморцев 60 там какой-то. Тоже у нас видеоролик на эту тему с личной беседой опубликован. То есть я вот неоднократно говорю, всем говорю, посмотрите вот эти вот видеоролики, там все же есть, по большому счету, вот по этим видеороликам уже можно проводить расследование. Потому что там есть фиксации с разговорами с Галимовыми и видеозапись там. Хорошо. Владимир Владимирович, значит, первое. По тому, что обращение вам не было направлено, будет проведена служебная проверка, это первое. Второе. Все материалы по данной ситуации мы запросим. Сотрудники центрального аппарата все это изучат. И подготовим вам это. У меня все-таки большая просьба изучить и тот видеоматериал, который имеется. Понятно, там не весь нужно материал изучать, потому что там есть ролики, которые, ну, скажем так, ну, либо не относятся к теме, либо, ну, просто там уже около 30 серий, понимаете, уже целый сериал по поводу этого холодильника. Так и называется. Дело холодильник. Вот. Там посмотреть именно наши личные приемы, как проходили. То есть все серии не надо смотреть, а именно где личные приемы. С Панфиловой, с Ивкиным, с Чухаревым неоднократно. С Бухаровым. С Казима, да? С Кизима. С Кизима. Потом тут мы еще были. Калядина Сергея Алексеевича. Да. Самый компетентный сотрудник. Очень уважительно провел прием. Соблюдением. Если кто проводит неуважительно. Да, я думаю, что сказать. Вы все увидите. Вот у меня был, по-моему, 16 числа. Здесь я в этом же кабинете сидел. Вот посмотрите обязательно этот ролик. 30 тысяч просмотров. Это рекорд для моего канала. 30 тысяч просмотров набрал этот ролик. Особенно почитайте, какие комментарии. Передо мной сидел Веселовский Алексей Александрович, просто посмотрите этот ролик, чтобы мне голословным не быть. Я сейчас планирую в понедельник подать на него заявление по статье 128.1 УК, Мировой суд. И посмотрим, как он будет дальше краснеть. Если как бы суд откажет возбуждение уголовного дела, ну, привлечение его к ответственности, ну, в порядке гражданского судопроизводства будем с ним решать вопросы. Посмотрите. Все у вас? Оно у нас все? Да, я готова передать вам документы согласно сопроводительного письма и обращение как приложение к сегодняшней нашей встрече, обещающее все, что мы с вами сегодня обсудили. Давайте. Угу. К девушкам, да? Угу. Вот, соответственно, мы в любой момент можем дополнительную информацию предоставить. Но поскольку вот достаточно большая папка, я думаю, там очень много информации, которая будет полезна для того, чтобы сделать первоначальные выводы о том, что нужно третье постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменить и все-таки провести должным образом доследственную проверку, после которой возбудить уголовное дело и выполнить все следственные действия для того, чтобы
дело передать в суд, и виновные должны быть наказаны. Вот мое мнение такое. И еще, чтобы, скажем так, держать на контроле данный вопрос, все-таки меня очень интересует ссылка на норматив, в соответствии с которой наши сотрудники полиции, практически все, запрещают выкладывать без их согласия видеоматериал для обнародования. Обязательно ссылку, в соответствии с чем это практика или ваше личное мнение, убеждение, постановление судов, решение. И еще один момент по поводу все-таки ознакомления с персональными данными. На данный момент у нас в городе нету четкой позиции, могут ли ознакомливать с персональными данными на процессуальные проверки, да? Ну да, доследственные проверки в порядке проведения проверки до возбуждения уголовного дела. То есть в соответствии со статьями там, 140, 145 УПК. То есть вот проводится проверка, выносится потом решение об отказе. И вот этот материал не хотят нам показывать для того, чтобы мы, соответственно, могли решать какие-то вопросы там, в гражданско-правовом порядке и тому подобное. То есть нам нужна четкая позиция управления Министерства внутренних дел. Все, спасибо вам большое. Я хочу обратить внимание, что четкая позиция, я думаю, что она есть четкая позиция и у прокуратуры, и у судов, и всех судов, всех высших судов. Вопрос в том, почему этой четкой позиции нету именно на местном уровне, на нашем региональном уровне, почему нету. Даже на местном уровне у прокуратуры есть эта позиция, у всех есть эта позиция. Почему нету вот на уровне УМВД по Мурманской области. То есть нашей прокуратуры, вот здесь вот есть письма у меня от прокуратуры, в которой четко прописано, что УМВД обязана меня ознакомить в полном объеме с материалами дела. Нашим управлением УМВД трактуется эта фраза таким образом, что если не написано, что ознакомить с персональными данными, значит, это не является конкретным указанием к ознакомлению с персональными данными. Ну, как-то так. Пока вот позиция такая. Хорошо, спасибо. Все, спасибо большое. Все, спасибо. Спасибо большое. А вы с Москвы, да? Мы, если что, к вам приедем. Да, приедем. Ну, будем надеяться, что на нашем региональном уровне это все решится. А вот вы сказали, что вы дадите куда-то на изучение. Это будет в Москве или у нас здесь в городе? Это будет здесь в городе. Угу. Со мной приехал. Я приехал на один, со мной комиссия приехала. Угу. Поэтому члены комиссии, сотрудники центрального аппарата, все это. А в течение какого времени будет ответ? До конца проверки вам обработают. Когда проверка заканчивается? 2 февраля. Угу. Все. Спасибо. Анна, вы там телефончик свой указали, может быть, если потребуется, мы можем подъехать, точно так же предоставить какие-то дополнительные материалы, либо пояснения и тому подобное. Думаю, что, возможно, это понадобится. Указали там номер телефона ваш? Да, указала. А, все, все. Угу. Все тогда, спасибо. До свидания. И мне здесь отметочки, да. Ну, вы же примете мне номер. Хорошо, хорошо. Ну что, будем надеяться на чудо. Слушайте, ну 2 февраля это очень маленькие сроки, я бы сказала. Да, по большому счету, если нормально разобраться, достаточно одного дня. Просто зависит от того, насколько загружен человек. Ну, мы же сроки смотрим реальные. То есть пока они пригласят, опросят ту сторону, пока... Чего? Я думала, это ребенок. Вот, пока они просят там Чухарева, да, с него что-то спросят, ну расскажи свою сторону, пока он расскажет, пока они изучат материалы, пока они все это обсудят. Я не думаю, что они будут спрашивать мнение Чухарева и тому подобное. Они будут смотреть конкретно материалы дела, конкретные доводы, которые вот вы сейчас передали, вообще саму суть, и только из этого делать вывод. Как суд, да? Что написали, то и рассмотрим. Догадываться. Ну, примерно так, да. Не, ну у нас очень много информации для того, чтобы принять решение единственное верное, а именно возбуждение уголовного дела. То есть другого варианта нету. Потому что мы сейчас не должны вообще собирать доказательства, ничего. Это все пустышка. Звучит абсурдно. Потому что для того, чтобы возбудить уголовное дело, достаточно повод и основания. Основания — это просто сведения.